Мы готовим соответствующие жалобы, потому что действительно было налицо вмешательство в частную жизнь. Извините, правильно сказали коллеги, когда вам в 3 часа ночи, возвращаясь из частной поездки, тыкают камеры и спрашивают, что вы там покупали и что вы там делали. Да, то есть нет, чтобы прийти спокойно и поговорить. Все, что связано с информационным терроризмом, особенно в электронных СМИ, которые стали, а мы знаем эти СМИ прекрасно, значит, будут поданы жалобы в прокуратуру, соответствующие федеральные структуры, чтобы изучили и комментарии, изучили суть этих средств массовой информации, где у них оборудование стоит. Мы сегодня об этом много говорили на Совете Думы, поверьте. И это будет сделано обязательно. Блогеры прекрасно ведь знают, что есть специальная служба, которая по нашему заявлению должна иметь материал. Я сегодня заявление написала. Буду знать, кто этим занимается. Уже не раз так было. Узнаем еще раз. И всем на всякий случай еще раз повторю. Политики, сидящие перед вами, им же имеют железнобетонные спины ко всему готовы. Но вы имеете совесть. Наши семьи, наши дети, вторые половины, вообще никакого отношения к тому, что вы хотите писать и пишете, не имеют. Поэтому защищать мы их будем языком закона, который мы сами пишем. Официально будет заседание Думы очередной. Она будет 19-го. Мы официально внесем предложение обращения к прокурору Волгоградской области, начальнику ГУВД, Следственному комитету. Вот, я человек открытый, может, чуть-чуть эмоциональный, но я должен сказать, что я ни в коем случае никогда нигде не скрывался. Пожалуйста, приходите, спрашивайте.